Максима призвали служить в мае 2015 года. Тогда же на работе сказали написать заявление об увольнении в связи со службой в Вооруженных силах Украины с сохранением рабочего места. Когда приехал в увольнение, узнал, что восстанавливать на работе его не собираются. Хотя по закону должны были еще и выплачивать каждый месяц среднюю зарплату. У мужчины есть жена и 5-летний сын. За время, пока он служил, они были вынуждены выживать без кормильца. Эти полтора года они жили за зарплату. Жена у меня медик в 16-й горбольнице. Ребенок в возрасте 5 лет ходит в садик. Ну, жили на зарплату там 1200, сколько медсестра получает. Ну, так, полтора года родители помогали, мои, то есть ее родители помогали в течение этого периода. По совету сослуживцев Максим обратился к юристам профсоюза горняков и металлургов Украины. Те помогли оформить иск в суд. С 9 сентября мужчину восстановили на работе, но зарплату выдали пока только за один месяц. Выплату остальных денег предприятие «Гигант» оспаривает в апелляционном суде Днепра. Таких же пострадавших, как Максим, оказалось немало. В суд обратились еще 6 человек. У серпні місяці цього року була проведена планова перевірка «ArcelorMittal Кривий Ріг» і було встановлено 21 особу, стосовно якої було порушено статтю 119. 21 строковику не було збережено робоче місце, не виплачувався середній заробіток, і вони всі звільнені і порушені їх права. «Арселор» обязали восстановить всех уволенных сотрудников и вернуть им всю невыплаченную зарплату. Но компания «Гигант» не спешит выполнять предписание и уже оспаривает его в окружном суде. За период с момента увольнения «Арселор» уже должен каждому пострадавшему около 130 тысяч гривен. По делу незаконных увольнений открыто уголовное производство. До Криворізької місцевої прокуратури номер 1 надійшла інформація з головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Розпочато досудове розслідування нами за кваліфікацією статті 172 частиною 1 Кримінального кодексу України «Грубе порушення законодавства про працю». Наразі тривають слідчі розшукові дії в вказаному кримінальному провадженню, направлені на встановлення об'єктивних обставин, а саме осіб, які вчинили даний злочин. Кроме штрафа за незаконное увольнение, а это около 300 тысяч гривен, сотрудникам «Арселора» грозит уголовная ответственность. Менеджеры, которые лишили работы срочников, будут оштрафованы, уволены или даже отправлены на исправительные работы. Вероника Лавриненко, Александр Бондаренко, Евгений Нестрат, Максим Пономарев, Первый городской.